Здравствуйте, вас приветствует компания по производству детской верхней одежды и аксессуаров Nico Style. Меня зовут Екатерина, и сегодня я для вас проведу обзор комбинезона для мальчика 8x11 из новой зимней коллекции 2021. Современный утеплитель Fiberlite 300 грамм в сочетании с рисовой подкладкой прекрасно сохраняет тепло и обеспечит комфортное нахождение на улице ребенка при температурном режиме до минус 30 градусов. Данный комбинезон прекрасно подойдет как для средней полосы России, так и для Дальнего Востока, где бывают сильные морозы. Мембрана отрегулирует комфортную температуру внутри. Еще хочу обратить ваше внимание, что рисовая подкладка в наших комбинезонах доходит до середины бедра. Это сделано для вашего удобства, чтобы вы могли легко и быстро одеть своего ребенка. Комбинезон выполнен из мембранной ткани с показателем 5000 на 5000 с грязеотталкивающим покрытием тефлон. Это означает, что ребенок в этом комбинезоне не промокнет и не вспотеет. Дополнительное тепло добавит капюшон с меховой опушкой из эко-меха. Комбинезон представлен в трех цветовых сочетаниях. Это голубой салатовый, красный желтый и бирюзовый синий. Все цвета очень яркие, насыщенные. Давайте посмотрим на комбинезон со спины. Вот так он выглядит со спинки у нас. На талии есть резинка, за счет этого получается приталенный силуэт. Наши дизайнеры разработали прекрасные аксессуары, которые идеально подходят и дополняют образ. Вот такие вот красивые комплекты. Больше аксессуаров вы сможете найти на нашем сайте. Данная модель представлена в размерной линейке 92 по 128 ростам. Напоминаю, что наши изделия отшиваются размер-размер. Переходим к более детальному обзору комбинезона. У нас есть два кармашка для удобства на молнии. Открывается, открывается легко. Глубокие, внутри есть рисовая подкладка, можно погреть ручки. А в рукавах у нас спрятаны манжеты трикотажные, эластичные, защитят от проникновения холодного ветра. Рукавчик можно подвернуть вот так вот. Отворот 6 сантиметров, то есть можно рассчитывать, что комбинезон нам хватит на 2 сезона. То же самое у нас на ножках. Можно сделать отворот, он у нас 7 сантиметров. Здесь есть снегозащитная муфта, вот такая вот с резиночкой, и силиконовая фирменная штрипка. Она эластичная, ее можно так вот отстегнуть или чуть-чуть отрегулировать длину. Все это помогает защитить от попадания грязи или снега внутрь комбинезона. Далее у нас есть очень теплый капюшон с утеплителем. Мех отстегивается. Здесь у нас застежка на липучку. Есть защита вот такая вот мягкая. Вставочка из флиса, чтобы ребенку было комфортно. Капюшон на молнии. Его тоже также можно отстегнуть. С двух сторон есть утяжки для регулировки объема капюшона. И вот здесь у нас есть на липкой ленте такая застежка, отрегулировать глубину капюшона. Внутри стойка, воротник с отделкой флисовой подкладкой. Очень теплый, он с утеплителем внутри, может заменить снуд. Здесь у молнии у нас защита, также для подбородка, чтобы ребенок был комфортно. Центральная застежка у нас закрыта вот такой вот полочкой электрозащитной. Она на липучке. Это очень удобно, так как ребенок может самостоятельно открывать и закрывать ее без помощи взрослого. Внутри молнии, так, здесь сверху у нас есть электрозащитная такая вот планка, защитит дополнительно от проникновения ветра. Внутри мы видим флисовый подклад, мягкий очень, фирменная нашивка с указанием всех особенностей ткани и температурного режима. Еще одна нашивка, наша антипотеряшка для контактных данных родителей и петелька для использования ее в гардеробе.
Комбинезон оснащен внутренними бретелями, которые позволяют снять верхнюю часть комбинезона и обеспечат комфортное пребывание в помещении. Вот так вот это будет выглядеть. В комбинезоне предусмотрено усиление ткани в местах трения особых, это у нас коленки, внутренняя часть брючин и сзади у нас тоже такая же плотная ткань. То есть мы можем не беспокоиться, что ребенок, катаясь с горки или ползая вдруг на коленках, сотрет ткань и вещь будет испорчена. Нет, ткань у нас для этого предназначена. Также сзади можно обратить внимание, есть вот такая петелька. Она нужна для того, чтобы повесить, например, в кабинку в детском саду, и чтобы занимал не так много места. Еще одна важная вещь – это светоотражающие элементы. Они нам необходимы, чтобы ребенку было видно в темное время суток. На этом комбинезоне их много. Такие, как вот светоотражающие пуллеры на всех замочках у нас предусмотрены. Флажочек. На рукавах такие вот элементы с одной и с другой стороны. То же самое у нас на ножках. Спереди и сзади. Также у нас есть полоса отражающая на капюшоне и вот такая вот нашивка на спинке. Все это делает вашего ребенка заметным для водителя. На этом наш обзор подошел к концу. Надеюсь, он был для вас полезен. Если остались вопросы, задавайте их, пишите в комментариях. И до новых встреч!